Всем привет! Присоединяемся к нашим друзьям. Привет, привет всем! Мы присоединились к кому? Так, подожди, портал, сейчас, стоп, О, ну, БДЛ. БЛДСК. Спасибо тебе большое за то, что ты мне портал сделал. Тут все понятно, мы тупо набираем очки и, в принципе, тут ничего интересного. Здесь во врагов мы не, в соперников мы не врезаемся. И смотрите, сходу у нас уже 500 тысяч, и мы выходим из портала. Никитос, привет. Так, с нами играют. Корон Фейк, Звездец. Звездец, да? Никитос. БЛДСК. ДСК это строительная компания, что ли? Ну, что-то у меня. Ладно, неважно, короче говоря. Так, и что? Мы как-то сходу, смотрите, как мы мощно стартанули, да? 600 тысяч набрали как-то вообще вот особо не напрягаясь. К нам присоединился еще СРН Пламя, какой напористый шкет пытался под меня подлезть. Но мы вовремя устранили эту неисправность. Коран к нам присоединился. Но сегодня у нас боевая команда, значит, будет интересно. Я надеюсь на хороший результат. И мы уже на первом месте. 620 тысяч. Так, к нам присоединился еще Пинг. Ребята, любой человек, который вот включился на данный момент, присоединяйтесь, я вас автоматически нажимаю на крестик вот справа, да, и вы попадаете ко мне в группу. Вернее, я вам предлагаю дружбу, а вы там отвечаете уже как хотите. Вот. Ну что, в принципе, вообще идеально все идет по плану. Я даже не мог такого представить. У нас уже 600 с лишним тысяч. Мы первые. Буквально сразу мы выбились в лидерскую позицию. С нами полная колода друзей. И что нам остается? Нам просто остается дождаться, пока устранят короля. Уберут его, а король у нас сейчас на четвертом месте, это лунная богиня. Ну, нам, в принципе, можно немножко тупо подождать, да? Первые два места у нас. БЛДСК, Бут 32. Вот мы вместе с ним ходим по кругу. К нам присоединился еще Акс Дзея. Дзе. Сейчас, ребят, вы можете творить там, что хотите. Вот хотите там, крошите их, хотите убивайте, хотите нет. Нам пока не важно. Но когда мы объявлены, все, внимание и полная концентрация. Такая мощная турбулентность вокруг происходит, но, в принципе, как обычно, ничего нового. Да, привет, привет. Мы все здесь. Головная часть, так сказать, проходит по кругу. Ну, посмотрим. Нам надо. Самое худшее, конечно, у нас впереди. И мы. Корон, молодец. Корон фейк. Отлично сработал. Смотрите, как он снял какого-то лихого там малого, на скаку просто убрал. Но надо сказать, что соперники как-то у нас не очень сильны, честно говоря. Они очень суетливые, и за счет этого. Так, стоп, осторожно! Блин! На ровном месте чуть не влипли в какую-то глупую ситуацию. Вот осторожно, мы чуть-чуть сейчас не потеряли
практически всю нашу группу БДСК, будет 32. Спасибо, ты просто сегодня молодец. Ты, походу, лучше сегодня. Давай, держись до конца, нам надо... Никитос, привет, ты же был с нами. Давай присоединяйся к нам обратно. Так, ну что, у нас 700 тысяч, а мы... Кто там засел на королевском месте? Алло, лунная богиня, не пора ли тебе на пенсию? Где там она? Она на воде там крутится. Ну, понятное дело, что мы не пойдем тебя атаковать. Но смотрите, ближайшие соперники ко мне начинают подбираться. King Snack 600 тысяч после меня. Ну ладно. Значит, что мы сейчас будем предпринимать? Да ничего. А если будет портал, что делаем с порталом? Бежим туда, но что-то желания у меня туда бежать нет, потому что там... Опа-на, а портал-то? Куда все побежали? Портала-то вроде нет. HitX, GoldX, привет. Kogut, привет. Я тебя видел. Недавно ты же проходил где-то рядом с нами. Ну хорошо, что... Я сейчас вас присоединю к нашей группе. Сейчас будет возможность, нажму крестик. Только надо, чтобы обстановка была спокойной. Сейчас. Так, фунтик. HitX, GoldX. Видишь, фунтик внутри. Блин. Жалко, что ты убился. Уберите его. Вот он начинает действовать мне на нервы. Потому что фунтик очень назойливый. Смотри, он подлезает прямо под меня. Ну, ух ты, так он еще и... Он еще и упрямец. Смотри, как он... Ёшкин кот. Так, ребят, вы куда? То ли у меня карта глюканула, то ли я что-то не увидел. Там был портал, куда-то все ринулись. Но на карте у меня портала вот не было. Может, что-то у меня там... Задвоилась в очках, но не знаю. Так, внутри меня два негодяя приплыли. И я оказался в очень сложной ситуации, честно говоря, потому что изнутри, конечно, это, блин. Ай. Так, фунтик, ну что ты от меня хочешь? Вот что тебе надо? Ну я понял, что тебе надо, что ты голодный, да? Что тебе нужно сказать: «Мама, я поел». Ну, скажи маме, я не ел и есть не хочу. Фунтик, ты понимаешь, что я не могу так долго? Ну, а какие сейчас варианты? Я могу просто тупо уйти, но, наверное, придется так и сделать. Друзья, вы где? Вы в подземелье, все понятно. К нам, кстати, присоединился из Сибири СРН. Блин, плохая у меня ситуация, а? Борг к нам. О, вот вы вышли. Так, ребята. Слушайте, мне вот без вас с этим фунтиком не справиться. Уберите его нафиг отсюда, вот этого зеленого червяка. Потому что он сейчас нам всю малину испортит. СРН пламя. Ребят, я не могу, понимаете, его просто зажать и окружить. Из Сибири привет, дорогой. Если я буду сужаться, то внешние соперники нас просто обставят. А этот фунтик, посмотрите, какой он борзый. Он там кого-то еще подрезает и наших коцает. Ой, как опасно, а. Так, ребят, смотрите, вы зажимаете его внутри, а я буду делать внешний большой круг. Но у меня нет другого выхода, понимаете?
Кукри к нам присоединился. Молодец. И Эллиот Борг с нами. Так, ребят, ну давайте, сориентируйтесь в ситуации, елки-моталки. Хватит убиваться. Кто там убивается, черт возьми? Уберите этого фунтика. Шпунтика оттуда. Мы, кстати, объявлены, я даже этого не заметил. А фунтик... Ну, ты напористый малый фунтик. Ладно. Ну, ты молодец, что хорошо играешь, конечно. Ну, я думаю, что ты свой шанс уже упустил. Вернее, я твой шанс немножко уже перетерпел. Поэтому у тебя нет вариантов. Ну, мне так кажется. Так, кто с нами еще играет? Бергамот. Бернардо. Бернардо нас атакует. Есть. Кто это? Кукри? Кукри, ну. Слушай, ну тебе просто почет. Такого снял негодяя, который просто нам мешал пробиться дальше. А теперь все, мы восстановили позиции. Но смотрите, мы немножко сузились. Давайте расширим наш круг. Надо по-любому оттеснять теперь наружу всех. Кто там нам привет еще передает? Ну, вам тоже всем привет. Кукри, я сейчас тебя присоединю, подожди. Просто видишь, меня так поджимают. Сейчас, вот. Значит, мы втроем. Из Сибири с нами и Кукри. Все, я тебя присоединил. Просто не всегда получается нажать кнопку. Вот видишь, что они творят, а? Чуть-чуть зазевался, чуть расслабился, все. В тебя уже летит какой-то негодяй. Вверху над нами Путин. Ребята, кто это? Кто погиб из Сибири? Не оставляйте мне одного, не надо. Тут ситуация фиговая, честно говоря, потому что смотри, как они давят эти все. Мы сегодня в такие жернова попадаем, что будьте нате. 800 тысяч, вот они сейчас все негодяи сюда слетят. Тут надо уже нам просто маневрировать, как можем. Индусы тут сверху тоже. Опа, осторожно, вот эти моменты, они очень опасные, когда много и много вот этой, вот этих светящейся маны, да, я иногда там могу мелких не заметить вообще, их иногда не видно. Команда индусов сверху, во главе нее, по-моему, Снегурочка, да? Так, Кукри, мы остались вдвоем с тобой. Ну что, готов к испытаниям? Сейчас самое сложное будет именно сейчас. Тут Деды Морозы во главе с ВВП. Дальше Снегурочка нас поджимает. Я вот эти мерцающие скины, да, они чем опасны, что не видно мальцов. А мальцы, они самые подлые. Когда ты большой, ты неповоротливый и становишься такой легкой жертвой. Так, Кукри, Кукри. Да, осторожно, молодец, что ты, так сказать, держишься с нами. 800 тысяч уже, ну почти уже есть. Так, кто внутри нас? Самуэль. Ну, Самуэль это бот, я так понял. Так, Кукри. Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не знаю, что делать. Ну, пока рано.
выходить из круга. Опа, на маневр есть. Это мой фирменный маневр, ребята. Еще один. Рискнем. Идем на риск. Отлично. Прошли. Есть. Берите на вооружение. Снегурочка, чуть не влипла. Повезло тебе сейчас. Видите, мы смогли немножко расшириться, но я еще слишком-слишком в опасной ситуации. Нам нужно искать... Пламя, привет. Толстенький, привет. Да, помню тебя. Так, а это кто? ВВП рядом с нами. Просто фамилию Путин нельзя произносить, а то YouTube меня может, так сказать, забанить. Ну, есть такой грешок, чего уж говорить. Так, что там еще у нас? Лео Линкс. Из... откуда ты? Из Грузии, да? Ну, жди, жди. Я не собираюсь, так сказать, так быстро погибать, как ты, может быть, надеешься. Так, ребята, кукри-кукри, ну... Так, интересно, долго мы можем вот так вот ходить еще? Я никуда не тороплюсь и торопиться не буду, пожалуйста. Бушечка рядом с нами. Ну, жди, жди, может, тебе тоже подвернется удача, я не знаю. Дед Мороз... Мормышка. Ну, хороший друг. Вот вообще друзья сегодня почетные мне попались. Ну, кукри, ты сегодня вообще молодец. Хорошо держишься. Молодцом. Потому что... Ой, ну, накаркал я. Нафиг я это сказал. Ой, ладно. Все, ребята, остался я один. И что, мне сейчас нужно искать пути отступления. Мне там многие говорят, зачем ты делаешь этот дурацкий тупой круг, чтобы потом думать, как оттуда выбраться. Ну, понимаете, если я там пойду на воду и буду кружиться вокруг поля, мне не нравится вот эта суета, и она кончается всегда очень... Ну, в общем, одним и тем же. Вы знаете, чем. А пока я хожу по кругу, да, видите, я набрал уже 800 тысяч, причем обставил множество негодяев, утер нос соперникам, и если мы сейчас еще выйдем из круга, ну, это будет вот... Это будет очень... Дают мне возможность, смотри, расшириться. Ребята, ну, вы даете... Но надо признать, что сегодня очень такие напористые малые со всех сторон с меня. Меня атакуют и прямо вот, смотрите, безжалостно все, да. Очень безжалостно. Но есть небольшой шанс, буквально клочок территории отгрызаю по чуть-чуть. Ну что, я уже все, должен смотреть, как отсюда уйти. Толстенький, Леонардо, дай мне выйти отсюда, Снегурочка, толстенький, трахахач какой-то. Не, здесь уйти вообще нереально. Они еще с воды сюда налетают. Опа, отдали мне так территорию без боя. Небольшой клочок. Ха, кого-то я там поднаказал, слегонца. Ну, извиняйтесь, что не так. Вы сами там
Мафия Леопард. Понятно. Ах ты, жалко, что сзади не оказался, была возможность уйти. Так, ну что, что, я вообще сужаюсь на глазах, все меньше и меньше. Жалко, вот если бы сейчас был бы друг, ну, с другом, конечно, легче выйти, да? Намного легче, но... Романов, привет. Блин, опять я прошел мимо, вот была возможность, вот надо выскакивать через вот такие минные поля. Ой, ну не минные поля, а вот через вот эти вот. Идти? Бля, чё я не пошел-то, а? Блин, надо было идти, ёшкин кот. Идти надо было туда, я не пошел, что-то я сдрифанул, что ли. Блин, они меня окружают почти полностью уже. Почему я туда не пошел? Сразу была возможность же уйти. Да я... Слушай, по-моему, у меня шансов нет. Ну вот сейчас есть шанс? Есть? Нет, нет шансов. Вообще ноль полный. Ой, ну, малейшая возможность. Все, я ухожу. Давай. Беги. Они меня выпустили, идиоты. Тихо. Главное сейчас пройти второй круг обороны. Ёшкин кот. Блин, тихо. Куда идти? Фу. Я вырвался. Ребята, что ж вы... Ну, так вам и надо. Так, ну что, теперь мы вырвались, да. Можно поразмяться. И спокойненько куда? Ну, идем на воду, да, выходим сейчас на воду. Набираем портал. Ну, портал далеко от меня. Набираем скорость. Опа, у меня энергия кончается. Вот что плохо, блин. Ребят, дайте поднабрать-то мне скорость. Бушечка, ты отцепись ты от меня. Бушечка. Все. Летим. Сломя... Дайте под... Блин, да как я тупо вообще убился, как последний идиот, как я убился вообще. Ой, блин, в какую сложную ситуацию я сразу попадаю. Я попадаю почти в окружение. Ой, фу, мне вроде повезло, ребята. Ой, красный. Блин, как я тупо. Две жизни тупо я потерял, блин, да ёлки. Блин, как я запорол концовку, да? Да блин, ну надо было сосредоточиться, а я расслабился вообще, заснул. Минус балл себе ставлю.